Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами, как обычно, Буди. Enter. И на ваших глазах, или чем там, не знаю, мы записываем обзор. Обзор на карту CTHD Final 09. Это у нас 195-й варкап. Проходил у нас с 21 по 28 марта. И, собственно, исходя из таймов демок, карта как минимум на минуту. Значит, они обещают быть интересными, длинными и очень затриксованными, наверное. Yeah. Ну, ТХД карты, они отличаются, в принципе, своей... Зачем ты ползаешь за мной? Я на модельку смотрю. Ладно. Сейчас. Все, выше? Ну, ладно. Так, мы начинаем в такой комнате, не знаю, в ходе. То есть здесь, видимо... Ну, старт, здесь распышку не сделать, циркл не сделать, ну ладно. Выход на улицу, здесь у нас небо, солнышко, домики и, в общем, какое-то что-то, я не знаю, как это назвать. Улица с домиками по бокам, видимо, здесь кто-то живет, жил, не знаю, должен жить. Здесь по бокам, в принципе, да, ничего интересного. И, видимо, нам нужно бежать вперед. Я пока просто туда пробегу, посмотрю. Угу. Проход, кучи. Там, кстати, домик. Музыка на старте играла, ты слышал? Нет, у меня выключен этот амбиент. Ну ладно, сейчас еще разок пройду. Я не помню, там был этот. Ладно, сейчас я сначала вперед пробегу. Потом мы все везде полазим и все посмотрим, что здесь есть. О, так. Новая уже комната. Нас не портанули опять. И здесь я ничего не могу делать, потому что у меня нет. Потому что у меня только один автомат и все. Да, ничего так, нет. Я пока вырублю вот эти полосочки. Ладно. Раз там... Нам потребовалось какое-то или оружие, или что-то. Мы попробуем все это полазить, посмотреть, что здесь есть. Здесь у нас пусто. Домик пустой. Здесь у нас закрытый домик. Ага, он нас телепортирует куда-то. Так, и у тебя ракета есть. Да, у меня есть ракета. Подожди, а куда он нас телепортирует? Это я типа в этот же домик вошел, да? Нет, не в этот же. Если в дверь выйти. Что-то вообще как-то странно, непонятно. Ничего непонятно. Какие-то телепорты непонятные. Ладно, сейчас заново начну. Так, попал сюда. А, я с той стороны появился. Из стенки. Да, да, да. И типа в дверь выхожу. И появляюсь опять на старте. И... Это типа песочница или... А, это камешки. Камешница. Хорошо. Здесь у нас броня без телепорта. Здесь ничего нет. Точно ничего нет? Да, ничего нет. И выход. Да, обычный. Надо включить, кстати, читы. А, ну, давай побегай потом. Так, здесь у нас... Это типа курятник маленький или, не знаю, или домик. Да нет, домик. Курятник. Кто-то в нем живет. А ты такой обосрал. Курятник. Ты слэш забыл. Не-не, так пока это... Че? Пока тут бегай, потом я включу, когда ты бегай. Так, еще у нас броня есть. Здесь пусто. Так. Так. Это... Там есть что-нибудь интересное? Камень какой-то? Я вообще не понимаю, что это такое может быть. Это типа колодец, что ли? Или что это? С камнем внизу. Ну да, это из фильма «Звонок». Не смотрел? Нет, ну там круглый вроде был колодец, не? Нет. Ну, не, ну если бы был круглый, тогда это уже была бы... Это... Жесткие... Как я... Жесткая копия. Вот и. Давай.
чтобы мне постоянно не помирать, чтобы я здесь мог нормально все полазить. Ну, тут, значит, надо найти, в общем-то, домики, в которых будет спрятано то, что нам нужно. Мы нашли себе ракету, мы нашли броню. Да, где-то я... Вот в этом домике, по-моему. Здесь разве броня была? Ничего. А, да, вот здесь вот я лазил. Там плавал. Здесь ничего нет. Здесь тоже ничего нет. А, вот здесь я, по-моему, помер. А... Тут у нас тоже ничего нет. Так, нужно стенки проверить. Вдруг там где-нибудь в стене телепорт, не? Нету. Ну, не должен. Это... Еще какая-то непонятная штука. Здесь внизу ничего нет. И не вывести. Почти. А, я, наверное, не дорезал. БФГУ возьми, значит. Че как маленький. Так, здесь ничего. Тоже ничего. И здесь ничего. То есть... Значит, все остальное. Тут мы находим ракету и броню только. Я правильно понял? Ну, у меня получается только из оружия. А, я себе все дал. Ну да, мы находим броню. Желтую, красную и рокет, который там был. И вроде все. Рокет, который нам 30 ракет давал. Так, мы бежим вперед, вперед, вперед. И появляемся опять на старте. Это, возможно, не старт, это возможно. О, неуязвимость. Это что, другая получается? Это другая локация, значит. Просто она такая же, как. Короче, я сейчас покажу народу, как это все выглядит. Это выглядит вот таким вот образом. То есть у нас там проход и... Сейчас, G. Черт, G. Как бы так все выключить? Во. То есть у нас два прохода, и мы из одного телепортируемся в другой. И они идентичные, одинаковые прям. Угу. Что здесь они, видимо, скопипастены. Ну, маппер скопипастил весь этот... Всю эту улицу и наделал всяких телепортов. Изи маппинг. Угу. Вообще, нам надо было ее декомпильнуть и посмотреть, откуда куда телепорты ведут, потому что здесь не так-то просто понимать, что куда ведет и как это вообще работает. Так, вот я взял. Ну, не все могут декомпильнуть. Поэтому надо попробовать так изучить. Рокет, неуязвимость. И сейчас я во второй. Черт, я не понял, как оно работает. Так, давай сначала. Мы появляемся в левом проходе на старте. Угу. Окей, мы заходим в правый вот сюда. Рокет находится... Ага, мы вошли в дверь, появились в правом. Да-да-да. Так, хорошо, взяли рокет, вошли обратно, вышли из того же правого. То есть мы отсюда протонулись сюда. Угу. Хорошо. Дальше что я сделал? Дальше я... Сюда можно? Нет, нельзя. Дальше я завернул налево. Вошел сюда. И взял неуязвимость, которая находится... Во втором домике... первой локации, то есть левой. То есть я вошел в этот домик, появился здесь. Хорошо. Дальше. Вошел в дверь, появился. Это какой? Ага. То есть я там вошел в ту дверь и появился вот здесь вот. Сложно как-то непонятно. Больше-то вопрос, как это маппер вообще придумал. Зачем это столько всего? Вот я появился, ну, здесь. Ну, то есть логично, хотя не знаю, может, нелогично. Тут, по-моему, больше телепортов нет. Ну, только если в конце. Как я понимаю, да, здесь только броник и все. Я лазил по вот этой вот, по в левой комнате, да? Или я сейчас правой? Да, сейчас. Сейчас я
просто добегу до... Сейчас. Добегу до телепорта. Это, как я понимаю, нас телепортирует во вторую комнату. Да, угу. Вот я на старте второй комнаты. А, в эти два я не буду заходить. А, в этой комнате, не помнишь, здесь было что-нибудь? Нет. Да, вроде не с, не с одной стороны, помню, ничего не было. Или... Да, ничего не было. А, вот я сейчас пробегусь по второй локации. Второй улице. Здесь, как мы видим, ничего интересного. Здесь внизу тоже вроде бы нету. Так. Опять туда. БФГУ сразу давай. Как? Блин, что надо написать? F4. А, где я? Ага. Так, тут ничего нету, здесь ничего нету. Здесь тоже ничего нету. И вот, видимо, вот после этого прохода мы появляемся здесь. После выходим в следующую комнату, короче, попадаем. Ладно, в каких-то кальных дебрях. Да, в общем, разбираться с теми комнатами будем чуть позже, там как побыстрее, получше. Я пока просто пройду дальше. Здесь у нас есть рокет. Блин, меня бесит этот скролл. Как это сделать-то? Какое? Да я экзекнул конфиг этого на то, чтобы колесико переключало серваки. Как сделать, чтобы оно обратно переключало оружие? Ну, ты можешь зайти в настройки. Controls. Shoot, setup, next weapon, shoot, next weapon, prev weapon, next вниз, prev вверх, back, escape. О, ура, о. Я теперь могу нормально переключаться. Ура! Да, ну я потом, вот видите, может быть, бинт сделаю на это все. Итак, у нас есть рокет и больше ничего. Нам с этим с этой ракетой нужно, в общем, нужно проходить. Я пока медленно все это пройду по этим, по этим падикам. Ну, типа, как предусмотрено, якобы. А, у нас рокеты неуязвимость, там еще нам батл свит дают. Да. Вот, и вот проход сюда. Ну, логично то, что здесь можно как-то срезать все это, не прыгать по каждому падику, можно как-нибудь, не знаю, скорость развить, 2х сделать, там, еще что-нибудь там. Можно... О, это рампа. Можно эту рампу как-нибудь завязать. То есть нее так... Ну, да, если скорости достаточно. Вот куда-нибудь залететь, да, если скорости хватает. Можно и так. Тут двоих где-нибудь можно, интересно? Сейчас. А, надо порезче выворачивать. Сейчас попробую. Нормально замкнул. В общем, я думаю, можно что-нибудь такое сделать и потом вырулить. Ну или вот сюда запускать. Не знаю, как-нибудь, чтобы туда побыстрее залезть. Да, определенно можно, мне кажется. Так, да, что я это... сейчас туда залезу с гранаты, которой ни у кого нет, но у меня есть. Поэтому Enter побеждает. У него просто есть то, чего у нас нет. Дальше у нас такие скалы, я не знаю, как это назвать. А, это сталактиты, это сталагмиты. Вот, они так растут с пола. Только здесь вода не капает, ну ладно, это ничего страшного. Так, падаем вниз. Здесь тоже падаем вниз. И здесь падаем вниз. И дверь и закрытая. Проход, да, куда? Который нас телепортирует в еще одну улицу. Ой, плазму дали. Прикольно. Что-то еще есть. Ага, тут хейст есть. И... Ну, так как у нас здесь плазма, лежит хейст, я думаю, в принципе, да, рационально будет его взять. Логично будет. Сколько нам? Да. 15 секунд. И логично то, что маппер предполагал, что это так проходит. А! Ну, наверное, так. Вот так.
и на вот этой большой скорости лететь туда дальше. Тут еще что-нибудь есть, я просто попрыгаю, посмотрю. Пока я не вижу, а наверху. А, тут еще этот. Тут проходики. Ща, я хочу туда попасть. Опа, прикольно. Читер. Да, прикольно, в общем, ну, странно то, что маппер не сделал воду нормально, до конца не дотянул ее. Это может быть, кстати, вопрос оптимизации частично. Честно, я не уверен. Я сомневаюсь то, что размер воды на это влияет. Тут, ну, плюс надо было грани еще этим кальком намазать, чтобы не было видно этих вот таких штуковин. Ну да, ну, калька. Ну да ладно. Ну калк, но невидимая такая текстурка. Оп, так, ладно. Кальк. Можно также по вот этой стенке плазмить. Ну я, например, так и делал. Мне проще было, чем по вот этой стенке. Потом головой не бьешься в этот верхний этот. Ну да. Ну так, ну, я думаю, многие делали. Но я надеюсь, что так многие делали. Так, дальше мы падаем вниз. Никакого здесь уголка нету. Обувь тоже нет. И мы падаем по воде будем, наверное. Да, сейчас ползать. И вот такие вот страшные заступы. Об которых можно спотыкаться прям вообще узенько все. Ой, как прям... Это место мне прям больше всего не нравилось на карте. Да. Прям оно вообще как не знаю, для кого сделано. Ну ладно, здесь у нас есть вода, а здесь у нас уже нет воды. Так, посмотрим вниз. Г. То есть это здесь... у тебя, скорее всего, с этой, да, ты отпустился. Это, скорее всего, вот с этой палочки у тебя, нет? Нет, без, как раз без палочки. Если я прыгаю на палочку, потом схожу вниз, то у меня получается J здесь, и там у меня нету оба нифига. То есть приземляться нужно обязательно или с краешка, или с воды на пол, без стики оба. А если я, не знаю, приземлюсь сюда и сойду пешком, то все, оп, пропадает здесь, и его не словить. Только приходится вот так вот делать, лишний прыжок делать. Вот, а ну... что-то я не помню даже, чтоб я юзал этот оп, если... А что там дальше? Здесь оп. А, не, в смысле, тут, да, тут в любом случае его использовать, потому что надо наверх, да, все, окей. Да, тут мы падаем вниз. Что-то я не слышу. Тут оба-то есть? Да, должны... Ну, проверить стики. Сейчас. Нет оба. Давай... Так, сохранился. Здесь у нас плазма. Не, ну... Ган X. Нет. Дроган. Как там Ган X пишется? ЦГ. ЦГ Ган X. CJ. Все равно у меня плазма какая-то здоровенная выглядит, неудобно. Ну ладно. Ну пока на обзор чисто хотя бы. Итак, мы так. Падаем вниз, заплазмляем наверх. Угу. Оп. Тут тоже нет никакого уголка, так что нам приходится биться головой, причем так, чтобы не зацепиться за вот этот вот уголок, который здесь торчит. Граната, рокет. И там мы видим квад. И ТП, да, если мало ли вдруг чего не получилось. Ну тут два варианта: либо мы падаем, берем квад, заходим в ТП и делаем РЖ, либо мы просто делаем РЖ отсюда, это будет быстрее, мне кажется. Да, РЖ будет быстрее. Ну вот, у нас еще 5 секунд до квада. И мы просто продолжаем прыгать. Здесь, по-моему... Ну, вот кнопочки эти, да. Еще очень неудобные кнопочки, которые нам открывают двери. Причем каждая кнопочка открывает свою дверку. Как текстуры плохо натянуты. Ай! В
Все, улетел Enter. Не хочет с вами больше играть. Сейчас. Что я там писал в консоли? Короче, я перебиндил колесико, но не перебиндил клик на колесике, который обычно был на Zoom, а так он стал на Connect к Сироку. Так, сейчас. Bind MoUC3 плюс Zoom. Сколько у вас, ребят, MoUC3? Чего? Так, ничего, давай. Что там? Так, у нас здесь есть плазма, мы замыляем наверх. Замыляем. Стрелки там залезаем наверх. Замыляем. Так, здесь у нас еще осталось квад немножко, даже можно было где-то стрельнуть. И еще одна большая комната. Е. Так, ладно, там что-нибудь есть сзади? Ничего нет, просто комната. А у нас, по-моему, плазма остается, да? Вот мне интересно, что здесь маппер предполагал. Не знаю, тут так-то вообще много очень вариантов. Так, он, наверное, предполагал залезать здесь. Что-то вообще странно как-то, непонятно нифига. И потом вот здесь залезать туда дальше. Но судя по тому, что у нас здесь остается куча оружия, можно делать вот так вот. И прям куда-нибудь залезать. Да, ну либо вот так вот, да. Так, дальше у нас два прохода направо и налево. Подожди, а здесь там дырочка? Да, здесь дырочка. Ну ты туда не пролезешь вроде. Да, я просто посмотрел, что там. Ага. Так, дальше мы заходим сюда, попадаем в тоннель зелененький. С водой, потом без воды. А здесь у нас... Телепорт. Так странно, да? Видимо, у маппера какой-то фетиш на воду. Он то делает воду, то не делает воду. Либо это два разных человека делали, которые... Здесь и то... опять же, смотри-ка, вода, да, да, натянута. Да. Чисто слоем. Очень странно. Так, спуск вниз. Без слика, без всего, хотя выглядит как будто слик. Так, прыгаем. Залезаем наверх. И здесь у нас внизу. Что у нас внизу? Телепорт, тоже который телепорт. Нас далеко телепортирует. На самый старт этого тоннеля. И THD. Имя автора. И финиш. Финиш. В общем, здесь финиш. Так. Ну такая, но карта не из простых, по идее. Ты будешь вот так... об нее рассказывать, про нее все. Не знаю, я не помню. Не, ну давай попробуем. Давай. Быстро проходить мы ее, естественно, не будем, наверное, потому что... Ну, пытаться быстро пройти, потому что очень много моментов тут, которые... Не пройти вот так сразу. Играет музычка неплохая. Здесь у нас... Подожди, музыка, я же не слышу ее. Как музыку включить? S, может, Ambient. S Ambient, по-моему. Один. After Restarting, сейчас. Сейчас я реконнекчусь. И... О, я слышу музыку. Откуда она? Она со старта идет. Вернись направо. Сейчас. Да, она где-то в воздухе висит здесь. А, она, видимо, вот это свет, лайт тут стоит, я так понимаю. И, может быть, к лайту привязана? Не знаю. В общем, мы идем. Музыка тускнеет. Насколько я помню, я не буду сейчас восстанавливать цепочку логических рассуждений, что кого там, как мы к этому доходили. Частично там еще ребята на сервере помогали, потому что я тоже тут... Я, наверное, минут 40 тут по этим ящикам из брашей блуждал, и фиг пойми, как чего, куда, как бы делать.
Поэтому я сразу к цели, так скажем. Нужно было запрыгивать сюда, там есть БС. Берем БС. Нас сразу кидает к этой двери, где ракета. То есть мы оттуда переместились сразу сюда, где рокет. И это намного быстрее будет, чем мы вначале ракету возьмем, потом пойдем за Battle Suit. И вот, ну, вот все вот эти движения, они, в принципе, то есть ты лишние. Сначала брал Battle Suit, потом ракету, а потом уже сразу бежал к этому дальше, да? Да, да. Ну, просто там от Battle Suit кидает сразу к ракете, а с ракеты тебя кинет вначале на старт, со старта тебе надо будет на Battle Suit, потом еще ты появишься вот здесь, ты еще можешь случайно в эту дверь зайти, а хотя... Не в эту. Ну, не в эту стул, как бы. Ну, да, я покажу. Я делал вообще просто на старте, я тоже с этим геморроился, забил на это все и проходил стандартно, то есть в дверь, в рокет, а потом вот в эту дверь. Неуязвимость, дверь, дверь, дверь. И отсюда начинал уже где-то в 5 секунд стрелять во все, что только можно. То есть вот такое, в принципе, стандартное прохождение, как я понимаю. Ну, такое может быть, да, у всех, в принципе, подожди, и будет. У тебя как? Показывай. Ну, я не помню. Спейсинг? А, ты первый? Ай. Сегодня еще дефраг не игравшие. А, ну, короче, я прям залетал в это окно. Что-то, мне кажется, небольшая разница прям. Ну, в общем-то, дальше-то обычный спам. Залетаем мы сюда. Отсюда мы можем сразу... Только вот я не помню. Мы появляемся где-то здесь. А, делаем вот так вот. Используем вот эту рампу, про которую говорил Enter. И с нее, как правило, можно долететь либо до этого пада, либо до того пада. Либо вообще, ну, вот сюда. Я с нее всегда на финиш летел. Сразу, точнее, проход. Вот. Ну, там как получалось, у меня почему-то всегда по-разному. Здесь падаем в дырочки. И заходим в этот. У нас остаются ракеты еще, и здесь дают плазму. Собственно, у нас комнатка с хейстом, я думаю, можно его взять, сделать ГБ, примерно. Начать плазмить, и я немножко плазмил, а потом ракетами уже продолжал. И вот самая ненавистная комната, еще хейст у нас остается. То есть мы можем, мне кажется, по-моему, чуть ли не до конца вот этой комнаты хейст еще сохранять. Вот это самая очень дурацкая комната, потому что можно зацепиться либо за уголок, либо вот, вот здесь вот зацепиться. Это все очень раздражало. Да, удобно, плохо сделано. Еще я не мог никак выучить поворот. Меня это бесило. Так, и тут у нас... И тоже вот такой момент, там нужно нам сделать оп, но при этом, если мы прыгаем, по-моему, типа, как-то можем... Я говорю, если ты сходишь с краешка, то у тебя не получится оба. Да, и это тоже доставляло свой дискомфорт. Сейчас. Здесь у нас просто гол, значит, идем вперед из прыжка, ловим оп. Есть гранаты, есть рокет. В принципе, я думаю, можно сделать так, так. И дальше еще телепорт. И двери, в принципе. Открываем. Три двери у нас. Тут очень такой хитрый момент. Можно все там очень быстро пройти с момента поднятия квада. И просто с одной ракеты туда забраться. То ли с двух. Ну, с одной вроде даже можно. С одной. Там что, этот квад остается? Да. О, нифига. Ну, либо делать вот так, либо вот как Кентер там показывал, можно отсюда. Вот. И вот этот вот момент, он самый такой немного рандомный, потому что вот эти вот края, они срезают прыжок. Вот эта курва, которая натянута. Они срезают прыжок, и получается, что всегда... Что, у меня ракетка? Получается, почти всегда разный спейсинг на финише. А где ракет? Там дальше должно быть. Сейчас.
сейчас пройти дальше. Да, вот здесь заели 200. В общем, ты здесь как появляешься, начинаешь спамить. Ну, примерно по одному спейсингу получалось. И вот, вот этот момент с этим, с этими всеми палочками, балками, это вообще просто ужас ужасный. Потому что, во-первых, можно упасть вот сюда вот, в воду. Это вообще бесило иногда. Когда сделаешь РЖ, можно еще там вот сверху вот эти вот палки, да, удариться. И на большой скорости, когда ты летишь вот здесь, допустим, если ты от стены отстреливаешься, тебе может не хватить высоты, если ты будешь делать уже низко, чтобы не зацепиться головой. Тебе может не хватить высоты, ты можешь просто сюда удариться, ну или куда-то вот в область. Либо ты здесь, если с большой скоростью, ты можешь отстрелиться еще и влететь вообще в потолок. И, в общем-то, вот эта комната, я не знаю, в ЭКУ-3 может быть в этом плане немного попроще, то, что тебя от каждой рампы, ну, высоко не откидывает. Но в ЦПМ это было вообще. И вот это еще особенно, если ты вот сюда попадаешь на рампу, ты обязательно зацепишь вот в эту штуку. Короче, тут вся карта, блин, не вся, но на ней много косяков, которые прям очень раздражают. Типа вот этих вот косячков маленьких и... Помните, там все там панели с зигзагами, с этими обами. Ну вот, не хватило высоты. И сейчас не хватило. Да. Я не знаю, на что рассчитывал маппер. Может быть, раньше было принято так маппить, типа. Блин, у меня солнце в монитор светит, а там очень темно. Я не вижу. А, у меня получалось, кстати, еще делал роут, что я начинал стрелять раньше, я вылетал в какую-то вот из этих дырочек и пролетал просто туда. Но это было тоже достаточно так рандомно, потому что здесь расстояние очень маленькое, оно почти просто в модельку расстояние. Чтобы вылететь там, даже если вылететь вот здесь. Скимить, наверное, нужно уголок. Да, то есть очень непрактично тоже и получалось далеко не каждый раз. А так как карта не маленькая, и на ней еще косяки, и если ты все ровно прошел и вот здесь где-то зафейлился на этих сраных палочках, в общем-то, нужно было для себя искать определенный такой стопроцентный роут, да. Максимально сейвовый, как бы, для себя вариант. Максимально удобный. Чё это? Вот как-то так, наверное. Не знаю. Есть что тебе рассказать по этой карте? Да. Я ее играл. Я жалюзи закрою сейчас. Я ее когда-то давно проходил в ВК-3. В ВК-3, в принципе, все точно так же. Честно, я не помню реально, как я проходил, но я помню, что медленная была дорожка. Я проходил в этом месте, я начинал рокет спамить просто наверх. То есть здесь двух или трех ракет я поднимался на этот уголок. С него, честно, не помню, как я дальше поднимался. Так что ли? Да, наверное, в эту дырочку, и отсюда уже с рокета сюда залезал. То есть в ВК-3 здесь нет отворотов, приходилось вот так вот циркулами все прыгать. Вот. Здесь тоже неудобно падать в эти все дырочки. Да-да, постоянно вот. Что-нибудь да зацепишь, это прям вот геморрой. Здесь, в принципе, с плазмой то же самое, как и себе. Разница не такая уж большая. Да, здесь с этими поворотами, со скоростью прям вообще неудобно. Черт, здесь направо. То есть вообще и в ВК-3, мне кажется, было, я не знаю, сложнее или нет. Короче, в обоих физиках здесь ужасно вот эта комната прям вообще. Не знаю, зачем в ВК-3 особенно, потому что ЦПМ ты еще как-то можешь немножко повилять, что-то как-то подстроить, а в ВК-3, если ты летишь на эту палку, то это неизбежно, по идее. А, тут Г, без оба, без пушка. Тут Г. Вот. Здесь, в принципе, все точно так же, только подстреливаются от разных стен. Вот эти кнопочки, их так неудобно нажимать, они маленькие, зацепляешься, втыкаешься. Вот не попадешь в нее еще, нужно как-то ее зацепить краешком. Причем в идеале нужно в прыжке ее зацепить так, чтобы успеть еще проскочить дальше.
Весь олдскульный дрочь в одной карте, в общем, тут. Да, с подъем наверх это просто три ракеты. У меня же написан год. Так, то есть рокет, рокет, рокет и залезаем сюда на краешек. У меня вроде ни разу не получалось пройти так, чтобы этот квад сохранился. Я не помню, у меня получилось или нет. И да, вот у тебя получилось да, с первого раза получше. Да, ну, это, не знаю, это у тебя что-то не получалось постоянно. Ну, у меня светило солнце, я не видел вообще края тут, потому что очень темно, и я не видел там. Занавески закрой. Я закрыл сейчас. А, ладно. В общем, вот такая вот карта с непонятным стартом. Сейчас я еще чуть-чуть полетаю здесь, посмотрю. Ну, я думаю, ну, я надеюсь, что мы увидим очень много вариантов старта в демках, потому что, в принципе, демок в общей сложности 22. А, да. Здесь мы падали вниз после вот этой большой комнаты. Блин, как же медленно тут лететь. Жалко, нельзя госпит поменять. Можно, в смысле нельзя? В онлайне нельзя. Да, в онлайне нельзя. Где я? Это у нас... Тоннельчики. Так, плазма там. Я смотрю, нет ли здесь где-нибудь секретной комнаты или чего-нибудь подобного. Вдруг есть. А я тут. Падение вниз, ничего нет, ничего нет. Да вроде нет ничего. Угу. А, нет. Я вон летел. И снизу тоже ничего нет. Ну, в общем, обычная простая комната, без, точнее, карта, без таких, чтобы секреток с прикольным небом. Да даже и без срез, ну, не считая вторую комнату, где там в рампу можно залететь сразу наверх. Так что тут ни срез, ничего нет, просто сложность в том, что постоянно торчащие всякие фигнюшки, которые не надо зацеплять. А так карта... достаточно прямолинейная. Ничего особенного нет. Но ТХД любят такие карты, вот именно с такой дрочью в каких-нибудь моментах. А вообще, я бы посоветовал каждому поиграть карты ТХД. Они все почти около минуты длятся. Есть и скоростные всякие, есть и стрифовые. Очень есть, да. Так себе. Есть вот такие. Есть классные, есть вот такие. Так, ну что, будем смотреть демки? Да, давай перейдем к демке. Демос. Так, где подожди. У меня? Варкап 195. Так, подожди, я же скачал. Начнем с ВК-3. Подожди. Че? Демки найти не можешь? Да, сейчас. У меня их в папке почему-то нет, хотя сейчас, сейчас я еще CPM переименую, пока ты там думаешь. А то у меня она не очень там располагается. А. Так. Варкап 195 CPM. Почему у меня 195 варкап встал папкой до 145? Потому что ты там решеточку зачем-то написал. Мне переименовать пришлось. Я переименовал, у меня все равно там стоит. Ну, потому что там пробел, наверное, или еще что-нибудь. По имени сортируй. А, пробел, точно. Блин. Как сказать, что так сложно? Так, окей, варкап. Готов? Да, 195, ВК-3. Волви, да? Последнее место. Да, Волви канал 209, play. Ну, что рассказать. Карта длинная, 2 минуты, вот он пытался проходить в физике ВК-3. Да. Посмотрим, как у него это удалось. Он тоже через окно проходил. Да, чуть-чуть быстрее получается. 5 секунд уже как бы уже начинаешь там проходить с ракетой. Хорошие под себяшки по 200 упсов себе дал. И вот он, видимо, наперед запускал. Да, хорош. Ой, какой красавчик. Вот, блин, очень классная демка, по идее, уже, да? Но 2 минуты, при этом самое последнее. Видимо, он где-то он... может, с дорожкой где-то напутал и... Да. Ну, вот он все сцепил, кстати. Скорость.
Он, видимо, решил, что со скоростью не быстрее. Не знаю почему. Там совсем мало времени тратится на подборы. В Оку 3 тут такая ужас по этим штучкам прыгать. Вот, и сейчас Гиннис ловится, пришлось прыгать. И сейчас да, не да, справился. Бедный Волви. Да, эти кнопочки, конечно. Так, потом с гранатой. Ой, не долетел до верха. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько же он здесь потратил? Что ж ты делаешь? За это он, скорее всего, очень много времени потерял. Один хп остался. И что он будет делать? С трейфом перепрыгивать. Вау. Допрыгнул. Здесь как раз дали неуязвимость с ракетами. Какой жесткий, да? Волви. Видишь. Yeah, с первого раза. Все равно классное прохождение. Если да, очень классно. Если бы не было затыков, то неплохо было бы. Декус, Россия 1.45.1, play. На 15, ой, какой, 25, 24 секунды побыстрее. Ну вот в начале старта еще ловится, видимо. Если делаешь, не знаю, то ли килл, то ли мап рестарт. Да, где-то полторы секунды или ну, чуть больше секунды экономит твоя дорожка. Видишь, как хорошо. Но это не моя, мне подсказали. Ух ты. Интересный вариант. Я почти попал. Вот, он уже брал скорость. С ней действительно проще. Стреляй! Эх. И вниз себя можно было плазму немножко ускорить. Спотыкается везде, где только можно. Но зато здесь да, он нормально расплавился. Ну тут сложно не спотыкаться, конечно. В CPM-то как бесило, а в Q3 там вообще ад, мне кажется. Бедный топ-1. Пришлось задрачивать. Сразу тут забирался наверх. И отсюда звук ракет. Типа. 4 ракеты остается, 2 использовал, и здесь тихонечко финиширует. Да, чуть-чуть не упал вниз, но все равно сможет финишировать. Еее, хорош. Винтер 1.36, о как. Ну ладно, давай смотреть плей. Еще на 10-9 секунд он побыстрее прошел. Ну, все посмотрим. А, да ладно, с трейфом? Ой, сколько же он времени потратил. Блин, мне такого жалко, он только в 17 секунд начал проходить. Блин. Он не нашел телепорта в первой комнате. Сзади было место намного выше. Он больше 10 секунд вначале потратил, это точно. Брал хейст. И плазмил по... Да, по центральной. По центральной, да, стене. Не знаю почему.
принципе, нормально. Да, и здесь нормально улетел. У нас какой-то забит наверх. Убирает скорость. Эх, финиш. Ну, да. Блин, что сказать. У него было бы 1.25-26, он был бы намного выше. Если бы в начало так не зафейлил. Монстрик 1.31.3 плей. Обошел Винтера. Ну, сейчас посмотрим. Так, начнем комнату. Вот. 7 секунд только вышел из этой комнаты. Ну и это в 5-7 получается. Ну, точнее, да. Если прыгать с трейфом, то там 5 с лишним ты выходишь, а так в 7. Ну как начну? Чего? Интересное начало, говорю. Ну, не начал. Ну вот эта вот комната, короче. Тоже по центральному. Ну, по центральной в тоннель проще целиться, чем если с боковой. Ну да, по кутре особенно, потому что ЦПМ-то ладно. Там еще если ракеты, когда стреливаешься, приходится мучиться попадать еще туда, куда нужно. Да, да, да. Хорошо, следовал. Мне кажется, что маппер забыл где-то здесь убрать ракеты. Сделать, да, триггер отбора где-то должен был быть, потому что часть комнат здесь, мне кажется, предполагалось с плазмой проходить или как-то еще. Может быть, может быть. И вот эта же комната, например, со стрейфом. И Рокки только дальше давался. Финиш. Долетел, в принципе, в конце отлично. Хулиган 1.29.9. Плей. На две почти секунды. Быстрее. Ну, полторы где-то там. Начало, в принципе, стандартное. Я не знаю, можно ли было здесь стенки стрелять по этих домиков. Может и можно. Такое же начало, в принципе. Ну, я показывал. Угу. Что ли? Может быть, да. Летим наверх. Плазма. Ну, наверное, да. Что, ракеты? Но неплохо, неплохо. И ракеты себе здесь помогал в дверях. И сразу с ракет залетел. Какой хороший. Тоже еле-еле как финиш. Ну, главное с первого раза финишировать. Угу. Остальное не так важно. 1.25, Kionex. Play. Еще на 4... На 5 почти секунд быстрее. Итак. Начало, в принципе, стандартное, так же, как у всех. Угу. Почти у всех. Вот он... Телепортов 6 с чем-то выше. Хотя не знаю, сколько там экономит. Тоже такой же старт тут. Но он попроще чем-то в АИКС искать, плюс он быстрый вроде бы. Ну да. Под
подъем это. Хорошо, в дырки попал. Взял спид и по боковой стенке возмил и при этом еще ракетой себя оттолкнул. Нормально попал в тоннель. Какой, а? Да, как классно поворачивает. Просто я не знаю, как он это сделал. Тут ракетами себе не помогал. Ну, даже вот так решил. Интересно, интересно. Вот сразу видно, когда ребята ищут роуты сами. Да. Ну, можно было бы, но лучше не стоит. А то зафейлишь и заново это все. Да, почему? Смотря куда запускал. Но если зафейлишь, он тебя вообще просто не подкинет и все, а зато ты своей ракетой подлетишь. Ну да. Короче, почему бы и нет, ну ладно. Ну короче, да. На 6 секунд быстрее я сделал гризли. Я нажал уже. Ага. И важный момент, Кет обогнал Гризли. Вот в чем. Да, он прям... чуть-чуть, но обогнал. Да, но это жестко, по идее, на такой карте. 6200 где-то получается. Вот он стрелялся перед этим в домике. Взял хист. Центральный. Этой можно было выстрелить. Почти зацепился. Странно то, что он не взял до этого. Да, 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 так-то классно было. Финиш. Классно подскочил в конце. Быстрый финиш очень. И да. Посмотрим, что Кет, как Кет проходил. 1.19.008 на 400 быстрее. Плей. Да, у Кета очень интересно должно быть, потому что, блин, ну Кет не, далеко не комбо-раннер. Да, вроде Гризли быстро проходил. А, он начало проходил чуть по-другому. Да, прям в 5 секунд. То есть он... Он... Ну, как минимум секунду здесь сэкономил, получается. Ух ты. S2X. Я не знаю, быстрее ли это. Мне кажется, может быть, даже медленнее. Да, выглядит, по идее, медленнее. Если быстро сделать твой робот, то будет быстрее, мне кажется. Тоже по центральной. Блин, можно же в конце слиться ракетой на 2000, ну блин. А тебя откинет тогда в другой стенке, это ВК-3. Ну, по боковой. Так... Ну, это боковой, да, но там, в принципе, так же получается. Ну, скорость приблизительно такая же, но намного проще попадать в тоннель. Вниз себя на квад толкнул. И двери. Без ракет прошел. И здесь просто звук ракет тоже запрыгнул. Да, хорошо пройдем. Да, концовка. В самом конце, да, тоже неплохо. Вот, вот такие ВК-3 демки. И переходим к CPM демкам. Начнем с Дукича, который прошел за 2.05.2. Плей. Дукач. Почему? Если это ты тогда сказал, почему? В смысле? Ты же у нас коверкаешь все ники, которые видишь. Это Дукич или Дукач, я не знаю. Была бы там А, это вообще А. Дукач, ну типа если с произношением.
там же У, типа, между двумя согласными. Типа А читается. Что-то я пропустил, как он старт проходил. А, как я, в общем. Так, и... Да, прыгал просто по падам. Все очень сейвово. Ну, еле долетел до пада. ВРЖ и... что налететь? От стены! От стены проще было. Угол не очень хороший от плазмы. Очень мало скорости набрал. Но вот здесь он себя вниз, кстати, плазмил. Быстрее намного приземлился. Не словится. Я такой еще приготовился. Нажимал зачем-то прыжок. И хп-то нету. Сто хп, что значит нету? Ну, можно сказать, что нет. Что 100 хп, что это для дефрагера 100 хп? Это пострейфить только. Вот, дали теперь неуязвимость, и можно пострелять. Но okay. Делать этого, конечно, он не будет. Но прошел так, чистенько, да? Неплохо. В конце не зацепился. Avenger 1.48, play. Что-то как-то странно то, что у него такой тайм. Ну, он, может, не смог достаточно времени этому уделить. Всякого может быть. А, он не нашел телепорт в самом начале. Ну что стоило про это? Полазить по всяким тоннельчикам, посмотреть, что вообще происходит. Вот он 16 секунд только со второй комнаты вышел. Да. Там нету дабл-джампа. Ух ты, он еще и по этим проходил, по вокруг. Медленно. Дорожкой. Зацепился здесь тоже еще за все, что только можно. Здесь не долго целился. Ну точно, времени особо не было. Значит, по. Ну, нормально пройти. Поэтому CPM, отправил, да, что есть. CPM, там скорости много, там можно использовать острел ракетами. А, здесь тоже спотыкался еще. Ну, иди, прям не могу. Вспоминаешь это. Укрытие какая-то, и зубы скрипят. Ой, куда он побежал? Эх. Мне кажется, на исследование карты, на... Точнее, не так. Мало времени потратил. Дорожка у него прям... Так себе получилось. Самая такая, обычная. А, подожди, у меня здесь... Ладно, сейчас посмотрим. KNX 1.34.3. Play. У меня здесь... А, это... Так это он онлайн играет, да? Да, онлайн. Ага, выкутри дорожкой. Еле-еле все-таки забрался наверх. Там между этими выступами такие не такие простые.
Ну, в общем, узенький там проход, в него сложно пролезть. Ого, так себе. Стрел тоже так себе. Ну, он выпутричник, зато выпутричник плохо прошел. Вот, кстати, в КТР он ни разу не зацепился, а ЦПМ зацепился разочек. Ни за что, но все-таки смог финишировать. Да. Ну и не очень такой быстрый, но очень сейвовый. Гимрок на секунду. Нет, а, да. Так файв на 200 побыстрее. Плей. О, у меня... У меня, кстати, быстрее, чем топ-1 тайм. Ну ладно. Хотя быстрее, чем он. Да? А сколько у тебя? 1.15. Неплохо так. На заднице прошел. И тоже в ЭКУ-3 дорожкой. Ну, не знаю, насколько она прям в ЭКУ-3. Но вариативность в ЭКУ-3-шная. Когда стрелял. Ну, угол у него был, значит, так себе. Угол был вообще не очень. Угу. Ладно, можно было начать раньше начал стрелять. Да, он, видимо. У него, видимо, очень часто получалось, что он начинал стрелять раньше, чем словил лоб. И решил, что лучше вот так вот, как чем постоянно фейлить. Как по кнопочкам много цеплялся. Сейчас спазм пойти. Так у него же ракеты есть. Ну не знаю. Что ж ты? Без ракеты там. Нормально. А, у меня прям такой же тайм, как у топ-1. Ну, тоже 416. Да? Так это может ты? Нет, у меня офлайн, а это онлайн. Ой, все, ладно. Так, это у нас был Tech 5. Гимрок, Беларусь, 1.33. Плей. Начинал с телепортов, так же, как и множество народу. В принципе, простая дорожка с телепортами. Сомневался там еще, выстрелить, не выстрелить. Стоит на то. Дорожка, я первый раз такое вижу. Но она, мне кажется, медленнее, чем большинство. Ну ладно. Ну какой нашел? Поворачивал кнопку вперед. 10 секунд потерял относительно. Самый короткий, ну ладно. Ну, такой не самый плохой угол. И зацепился перед тоннелем. Ух. Ужасно. Так, о, в принципе, нормально словлен. Ну, это все равно не должен. И ракетами себе помогал. Угу. Тоже хороший вариант. С трех ракет залезал наверх. Ага. Головой ударился.
Все, да. Все, что можно, зацепил. Ага. Ну, почти не очень хорошо, но, тем не менее, где-то посередине себя расположил. RX 8, да? Да, 1.29 play. Из Питера. Он у нас там уже вылетал вверх. Телепорт, телепорт, да. 5.00, а по-моему, пошел уже. Появился с телепортом. Ой. Промахнулся под себяшкой. Х, можно было 3х сделать, было бы лучше. Да. Ну и так, в принципе, достаточно неплохо получилось у него. Куда? Граната? Позалетел сразу. И финиш пока выглядит очень даже неплохо. Ой-ой-ой. Странный какой-то финиш, но... Фальш 2х это у него какой-то был. Римыч 21-21. Быстрое прохождение, смотри, как на 8 секунд быстрее. Да. Да, плей. Онлайн демка. Видимо, смотрел, как все проходят. Ну, старт такой, относительно неплохой. 2300. Угу. Тоже не такой уж медленный, но нормальный, в принципе. Быстрое прохождение, падение вниз. По боковой стенке проходил. Ракеты себя еще ускорил. Тоже начинал не сразу стрелять. И подъем с плазмы складом и у дверей себе тоже ракеты помогал. Также с трех ракет залазил, ну с четырех. И тоже там немножко промахнулся. Ну залез. Так, год. Мягкий пуз. Плей. Мягкий пуз. На 200, даже чуть меньше, чем 200 миллисекунд. Он прошел побыстрее. Тоже начинал так же, как и все. Такой джамп, улет. Несколько телепортов. Бустый. Начало не побыстрее. Прям вообще. Да, начало очень хорошее. Начало очень даже. И да, неплохой 2х. Что ты хотел сказать, ну, что плохо? Что он медленнее получилось, в общем, дорожка. Из-за того, что он там очень далеко улетал с этого 2х. Но все равно главное он сделал, кажется. Для игроков такого среднего уровня сделать 2х важнее, чем пройти быстрее. Типа, ну вот в какой-то мере. То есть такая триксовая составляющая. Важна. Залет наверх. Жалко, что эти кнопочки, они нельзя их нажимать этим
вообще. Выстрелы. Да, выстрелы. Зафейлил немножко подъем. Здесь, в принципе, ракетами попадает. И споткнулся очень сильно. И финиш. Да. Ну ладно. Акид Кисес, Россия. Плей. 1.19.8. Еще на сколько? До 2 на полторы секунды. Быстрее. На полторы, да. Начало через телепорты. Даже ракету завязал вначале. И тоже попкой вперед. Так, видимо, проще всего было, потому что эти дома, они достаточно непостоянные. Вот использовал, кстати, такой подъем. Интересно. Интересно. Слушай, вообще классно прошел. Очень быстро. Так, берет хейст. По боковой. Ракета? Да, но проще, лучше бы он поменял угол стрела. Да. Или вообще все с ракетой можно было выпить. Ну, по идее, ракета, она в какой-то мере даже быстрее, чем, плазма. Ну, да. Ну вот он, кстати, сбросил этот стики. Им пришлось слишком плазма поделать. Да. То есть он больше, чем полсекунды потерял на этом прыжке. Споткнулся немножко на подъеме. Ой, при выходе. И финиш. Да. Итак, дальше. Вольви 1.19.5, Канада. Плей. Медленно приближаемся к топ-3 демкам. И бонусом, опять же, Enter настоял. Я не хотел показывать, там, скорее всего, что фейлы. Демку мою показать тоже за 1.8, которую я в онлайне играл. Кстати, у меня на днях Капкорп просил эту демку, я не знаю, зачем. Ну зачем ты просил? Тоже делал 3x, 4 почти. 3,5. 3,5x. Так, неплохо попало во все дырочки. Спид не брал. Я не знаю, выгодно ли это не брать скорость. Используется здесь вот ракеты. По-моему, невыгодно. Там же можно взять хейст, сделать прыжок и сделать ДБ сразу там на косарь. И в любом случае будет побыстрее. Ракетами здесь себе не помогал. И кидал гренку. Да. Ну финиш и, очень видно. На финише секунды 3, наверное, точно потерял. То есть он, по идее, если бы он финиш сделал, он мог топ-2 или вообще топ-1 быть. Блин, это очень круто. Хулиган, на 2 секунды побыстрее. Плей. Сначала через кучу дверей. Подвижная дорожка. Подъем наверх. Убрал хейст. Стене угол можно было и получше, но как бы неплохой. Не запинался нигде. Перевешечка споткнулся ни разу, в принципе, хорошо. Кнопочки.
кнопочки, в принципе, нормально прошел. С трех ракет залет наверх. И получилось у него залететь на финиш, в принципе, неплохо. Медленно, но главное, что не зацепился и финишировал. Кипиш, Челябинск, топ-2 уже, 1.16 и, короче, плей. А быстрее еще на 800 миллисекунд. Чуть-чуть, по чуть-чуть, в общем. Очень плотные таймы в топе. Походил, в принципе, этой дорожкой нормально, через окошко. Слушай, мы одну демку забыли. Давай сейчас это посмотрим, потом... Я тебе скину, значит. Ты какой? Вон, решит моделька. Эмоционально. Я потише сделаю, чтобы она не это... Проход, в принципе, нормальный получается. Так, хоп, словлен, в пол даже стрелял ракетой. Еще одной ракетой, чтобы это... Чтобы быстрее бежать дальше. Вот, вот я не заметил, он там, по-моему, рандомно словил. К сожалению. Что тут сделан невалидный его демп? Не знаю. Решай судьбу. А, я зацепил потолок на финише. А, ну прошел очень бодренько так. Это топ-2 у нас демка была. И я тебе скинул там. После Волви у нас был Илья, топ-4. Почти-почти он до хулигана добежал, сейчас, но немножко мне не хватило. Сейчас я что-то хотел. Я хотел посмотреть, это у нас кто. А, это у нас динозавр, который. Это кипиш там был. Ну как тяжело смотреть. Не, я не могу так нормально. Вот так вот только могу покрутить немножко этого динозавра. Так, ладно. А, так. Следующий. А, ты мне демку какую-то скинул? Давай, да. Я сейчас ее скачаю. А, почему она отдельно? Ты ее забыл скинуть? Да, я ее почему-то не увидел вообще. Ну я вроде все протыкивал. Он еще. Это старые варкапы, которые еще он не делал архивом. Я каждую протыкивал, я не знаю, видимо, как-то чудом каким-то пропустил. Не знаю. Давай, топ-4. Так. Просто хрен. Блин, сейчас опять сек. Кавычка, скобочки. И МДФ поменяем на ДФ. Ну, Ctrl-M. Она топ-4. Топ-4. CPM топ-4. Просто хе. Play. Ну, жаль, ну ладно. Сейчас пересмотрим. Что так получилось? Да, ну недалеко ушли. Что-то он у меня на месте стоит. Это вообще валидная демка? В смысле на месте стоит? А, все норм. Это значит... У меня бага какая-то была с таймскейлом. Пока все очень быстро. А в Кутришной тоже дорожка через верх. Да. Споткнулся немножко при подъеме. Брал хейст по боковой стенке. Угол тоже не самый хороший, но на 2300 отстрелился, кстати, неплохо, сразу попал в эту дырку. У меня медленнее там... на 5 секунд где-то. Ну давай, ты тогда больше комментируй. Да. В принципе, чуть-чуть зацепился за в проходе, и второй раз зацепился, о, как так себе получилось. Подъем плазмы не сразу начинал, но ладно. Квадс плазмы решил проходить, чтобы попроще было. Ракетами здесь стрелял. Да, помогал и... себе у дверей, это хорошо. 1700! 1900!
Блин, вот, вот он бы мог сейчас просто вот досмотрел? Да, вот, ищи. Он там прям напрашивалось в потолок выстрелить, чтобы заскимить эту верхнюю фигню. И он бы пролетел mm-hmm. спокойно. Может и он быть. Бы, блин, обогнал хулигана. Он потерял на этом там очень много. Mm-hmm. Ну да, там. Какое-то время. Итак, топ-1. Кто это у нас? Это у нас Unknown. Так оно на сайте называется. Я не знаю, кто это. Да. No. Судя по стране, это... Что за страна? Это что за страна? Сейчас, что за флажок? А, это Ньюби. Все, я понял. Это Ньюби. Так, флаг, флагс. А, это просто неизвестный флаг, что ли? Ну, это Ньюби, это наши, короче. Наши короче, чуваки. Ладно, плей. Плей. 1.15 и 416. Это демка в онлайне записана. Угу. Я проходил нашей дорожкой с окошком. Ракетами, в принципе, отлично стрелял в начале. Ой, назад возвращался, мне кажется. Еее! Да, получился у него. Роуд. Строки, то есть, сразу наверх. Единственное, можно было не возвращаться пешком назад, а сразу направо вырулить и оттуда начать рокетом отстрелиться. Вот хороший угол, кстати, был. 2500 у него на выходе. Подъем наверх. А, не очень хорошо не получилось подняться, но ой, как там или как было быстрее, да, там можно было чуть-чуть но побыстрее пройти. Да, и... многие здесь предпочитали по центру как-то прыгать все-таки. И концовку еще немножко зацепил. Так, ну вот, так. Поздравляем Ньюби с топ-1. Классно прошел. Сделал там классную срезу с этим с рокетами во второй комнате с этими со сталактитами. Угу. Вот, поздравляем Кета с топ-1 тоже. С ВК-3 он занял. Да, особенно с тем, что обогнал Гризли. Это очень угу. почетно. И дополнительная демка вне зачета, которая проходила, да. Выйдет. Давай сейчас посмотрим. Плей 1.08. Мне интересно, как ты там. Мне тоже, потому что я не помню. Ну там фейлы по-любому будут, мне кажется. Так, начало, в принципе, нормальное. Но здесь, да, много ракет, ты здесь наловил их на 3200. Как могу. Чуть-чуть не попал сразу в этот. Да. Ну вот эти вот косяки. На 2500 ракетами. Зачем-то за килла играл, не помню. Сколько споткнулся. Ой, сколько раз. Еще там не попал этой. А, там да, можно успеть, если. Да. Я очень много здесь потерял, конечно. Ой, кануфская демка. О, зато финиш, ты заскимил уголок и долетел до финиша сразу. Да. Вот. В общем, вот они демки. Поздравляем победителей. Сейчас я альтабнусь в браузер. Угу. Браузер. Да. Вот на сайте новость под номером 94. На сайте DevComps можно скачать эти демки, просмотреть, прокомментировать, что-нибудь написать. Вот. Можно, да, еще и участвовать во всем. Да, участвуйте в компетишенах, присылайте демки, будем их обозревать, смотреть, комментировать и что-нибудь еще делать. Хорошо. Так, ну все, наверное, тогда.
присылайте демки на следующий варкап, который видите здесь на сайте. Сейчас идет уже старый, ну, точнее, ну, какой бы шел, какой бы здесь ни шел, все равно не присылайте. Да, это точно. Все, спасибо тогда за просмотр. Так что, да, всем спасибо. Увидимся на следующих обзорах, стримах, серверах, везде, где угодно. Мир тесен, поэтому всем удачи, всем пока. Пока.